Всем привет! У нас на обзоре семена. Сегодня купили зелень и овощи и цветы. Сейчас подробно расскажу, что я буду сажать в этом году. 23-й год. Что у нас тут? Щавель. Бельгийский. Посажу, потому что у меня щавель пропал. Один кустик только остался. Мы любим его добавлять в борщи, в супы. Придает кислинку, поэтому щавель обязательно. Кориандр. Хочу попробовать посадить. Приправа кориандр. Я его люблю. Люблю добавлять в соленья, маринады. Так что попробую вырастить кориандр. Кориандр, нектар. Редиска 18 дней. Свекла цилиндра. Любим эту свеклу. Обязательно посадим. Морковь берликумер. Такая темная морковь. И вот такая светлая нандская. Будем пробовать сажать. Семена свежие. Все до 24 года. Все семена. Вот такая дыня золотистая. Попробуем посадить. Надеемся вырастить. От 1,5 до 2 килограмм. Вот такая дыня. Похожа на колхозницу. Дальше. Арбуз. 13 килограмм. Достаточно большой. Ну, не знаю. Попробую. Вот такой огурец я хотела. Китайский змей. Огурец длинный. Китайский сорт огурцов. Сладкий, сочный, без пустот. С тонкой нежной кожицей и маленькими семенными камерами. Идеален для приготовления летних салатов. 60 сантиметров длиной. Вот такой огурец. Китайский змей. Дальше огурец Виарел F1. Вот такой огурчик. Огурец Цезарь F1. Томат Ляна Роз. Ляна розовая. Розовые томаты мы любим. Они вкусные все. Я так считаю. Томат Персей. Это томаты, которых у меня нет, поэтому взяли. Перец Дюма. 8-10 миллиметров толщиной стенки. 90 грамм плод. Вот такие кругленькие перцы. Может, это перцы, но похоже на гагашар. Перцы так перцы. Перец Дюма. Перец сладкий Корно ди Торо. Красный. Перец сладкий Корно ди Торо. Длинный. Длина 30 сантиметров. Перчика. Вот такой перчик. Все, овощи и зелень мы посмотрели. Теперь цветы. Алисум. Смесь алисума. Вот такие алисумы. Я очень хотела этот цветок. Попробую. Они маленькие кустики, очень красивые. Вот такой алису. Георгина махровая смесь. Петуния гибридная балконная смесь. Флокс мерцающая красота смесь. Сальвия, сверкающая скарлет. Гипсофила, ковент гарден. Красивый цветок. Будет смотреться очень красиво. Аквилегия, смесь. Такое я не видела. Попробуем посадить, посеять. Петуния, огненный вождь. Вот такая огненная петунья. Красавица, крупный цветок.
Лобелия каскадная смесь, тоже очень красивый цветок. Синяя георгиевидная смесь. Наперстянка смесь. Дельфиниум Блю Кинг. Вербена Идеал Флорист. Астра Принцесса смесь. Вот такая красивая астра. И помея Квамоклит смесь. Вот такая помеечка. Посеем. Надеюсь, все это зайдет и вырастет. И будет вот такая красота. Вот такой обзор на семена. Уже я кое-что посадила. Посеяла. Это перцы, мои перцы, калифорнийское чудо, красные перцы, молдавские, уже зашли перцы, уже рассадила по стаканчикам, пикировала, вот, перчики вот в таком состоянии у меня. Этот подмерз, я сюда досадила два семечка, в общем, где подмерзло, туда я досадила. А так они у меня стоят, все хорошо. Стоят на подоконнике. Здесь у меня посажены цветы разные. Петуния, целозия, алисум, бархатцы. В общем, вот такие у меня сейчас посадки. Вот в таком состоянии перчик. Помидоры я тоже посеяла, но пока еще холодно, они еще спят. Так что вот такой обзор на семена и на мою уже рассаду перца и гагашар. Тут перец и гагашары. И это еще не все, еще есть. Все. Такой обзор на семена. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, всем пока.